Здравствуйте, меня зовут Игорь Павленко. Я технический директор компании Libutik. Libutik – это наши коллеги из Юмонокаста. Это, проще говоря, интернет-магазин одежды и аксессуаров. Так как совпало, что сегодня ровно 2 года, как я уже работаю в этой компании. За эти 2 года мы выросли, наверное, раз в 10. Когда-то пришел, там было около 20 человек, сейчас 10 человек работает примерно. На сайте около 2 миллионов зарегистрированных пользователей. Вот так. Не такая посещаемая, как Chrome.ua, но там около 300 тысяч визитов в день, 1,5 миллиона китов, просмотров в ней, и генерируем, точнее, вернее, наши пользователи ежедневно генерируют по несколько тысяч заказов ежедневно. Вот. А кого ищем мы, и с тем, кто мы растем, хотелось бы увеличивать команду, чтобы мы как минимум сохранили и темпы развития, поэтому ищем PHP-девелопера и фронтенд JavaScript-девелопера, больше на JavaScript-девелопера. Вот. Из тех технологий, которые мы сейчас используем, это Nginx PHP RPM, Percona, что кластер большой, Redis, Moncash, RabbitMQ, Amazon, сервис Amazon, EC2, Spring, Tropus, другие. Из, может быть, пару таких примеров, над чем придется работать, это интегрироваться наша внутренняя система, ну, в общем-то, сторонняя система через Revit, разработка API, сейчас идет полная практически переделка будет сайта на это лето, и редизайн, и много работы по ядру. Ну и наш любимый Amazon, тоже хотим туда частично переехать, построить отказоустойчивое решение, которое позволит нам там жить, даже если один или два центра наших погибнут, а мы будем работать. Как-то так. Большая команда? Да нет, маленькая пока. Хотим, как всегда, в два раза больше. Есть 4 человека, 4 программиста, QA, фронтенд, сисадмин, 1С-ники, C-Sharp. В общем, всего, наверное, человек 14. В общем. Но вебом занимаются 4. Ребята, вопрос. А офис где? На Подоле. Контрактовый. Черт, какой там босс? Да я его выбил. Просто бизнес нет? Значит, просто после презентации.